Привет с Онега от Олега. Онега — это Онежское озеро, республика Карелия. Я снова на рыбалке, и на сегодня план такой. Сейчас на мелике половлю живчика, снаряжу свои самоловки, а потом поеду искать рыбу. Ну что, ребят, погнали. Ребят, пока я тут начал ловить живчика на жерлице, сосед вышел на похожку сетки. В недавнем видео вы видели, как мы устанавливали эту сеть. Поехали, посмотрим, что там попалось у Саньки. Знакомьтесь еще раз, это Саня, я его показывал в недавнем видео. Сразу хочу сказать, местным жителям разрешено ставить сетку у нас в Карелии длиной до 50 метров. Именно такая у нас и стоит. И Саня местный житель. Посмотрим, что ему попало. Благо, я рядом находился. Ага, поймали сеточку нашу. Сетка простояла в воде неделю. Говорит, идти не хочет. А что так? Идет вроде, да? Шла, пошла. А я выехал, Сань, жипца половить на эти, на жерлицы. А слушай, только поймал, и ты появился. Думаю, надо посмотреть, подсмотреть. Я думаю, зрителям тоже интересно. Первые 2-3 метра пусто. Ну, так особо-то не густо пока. Плотвина. Небольшой налим. Мне вчера на жерлицу больше попал. Я думаю, что в жерлицах моих еще кто-нибудь болтыхается, если не ушел за 2 дня. Неплохой окунь. Сейчас попытаюсь поискать таких на удочку, на блесну, на свою. Еще один. Какой это за неделю прилетел окунь? Еще один небольшой налим, еще один небольшой налим и здоровая плотва. Ну, налим небольшой, Саня говорит, небольшая ячья, поэтому небольшой налим. На жерлице у меня налим покрупнее. Да таких надо, по идее, выпускать. Саня говорит, мы их выпустим. Ну, это реально мелочь. Пускай размножаются. То есть подрастают. Ну, а плотва вполне себе достойная. Ну, говорит, ловлю для себя на сковородку. Поэтому достаточно. То есть, ребят, нет тут браконьерства никакого. Это так, рыба чисто на еду. Ну вот окуни, слушайте, радуют. Окуни очень даже хорошие. Куда же без него, да? Да выкинь его сразу. Да он сейчас опять сетку. Ну тогда подожди, вытащи сетку, потом отправишь. Он тыкается в сетку. Ребят, ну вот первые метры, метров, наверное, 5-7-10, ничего не попадалось особо, но начали подтягивать сетку с глубины, и посмотрите, какой результат. Вот такие вот хорошие окуни. Окуни просто великолепные. Окунь просто замечательный. Вот еще одного подкинули мне. Его стало много. Ребят, ну вот, с 50 метров такой неплохой, в принципе, улов, отличный окунь. Это сетка. Вот, посмотрите. Ну, Саша, с рыбой на неделю. Можно неделю не беспокоить озеро, да? Да? Конечно. Вот так вот. Ладно, посмотрел, поеду к своим жерлицам. Очень даже достойненько. Ребятки, вот еще лещи и подлещики. А эту рыбку мы отвезем
дом-интернат, который расположен у нас в селе Великая Губа, в 8 километрах от моей деревухи. Нам не нужна лишняя рыба. Ребята, у нас тут вчера порыжило, был очень сильный ветер, целый день шел снег, я еле нашел свои жерлицы. Сетки сетками чужие, а надо проверять свое. Смотрите, какая обстановка. О, все зарыто в снегу. Сейчас отроем, проверим. Одну нашел, надо найти еще две. Ребятки, по ощущениям не понимаю, то ли что-то есть, то ли это живец. О, это маленький налимчик. Ну, совсем малыш. Я думаю, я его отпущу. Ой, а как я его отпущу? Он съел. Блин, не трепыхайся. Он съел нашего живца. Боюсь, что мне не удастся его отпустить. Потому что я поврежу ему жабры. Вот опять один хвост торчит. Ребята, откопал самоловку номер два. Думал, не найду уже. Оп. Проверим, что там. Так, ну здесь у нас, походу, пусто. Здесь у нас, походу, пусто. Ну, даже живец живой. Ладно, пусть стоит. Ребята, наконец, жерлица номер три. Леска вымотана, что называется, на полную катушку. Сейчас проверим. Опаньки, ребятки. А тут у нас что-то тяжеленькое. Тяжеленькое, тяжеленькое. Очень тяжеленькая. И не хочет оно идти. Это тяжеленькая. Стану-ка я крючок. Блин, походу сбыла, что ли, рыба. Да что ж такое-то? Дал ей слабину и все. Хотя, подождите, нет. Опять идет тяжело. Вымотано очень много лески. Она где-то здесь, на подходе. Так, 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 так. Смотрите, смотрите, смотрите. Упирается, 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 упирается. Так, ребята. Опа. Вылез сам. Ну вот такой красавчик. Снова. Здорово, ребят. Здорово. Ребят, установил уже 5 самоловок. Не знаю, посмотрим. Я тут поставил вот такого вот огромного живца на одну из них. Ну, мелче мне что-то не попадается рыба. Поехали дальше. У меня оснащена еще одна жерлица. Поставлю еще одну жерлицу и поеду искать рыбу покрупнее. Ребятки, клев сегодня вяленький. Рыбка берет так очень нежно, как бы придавливает, ну и неохотно. Открыл свою карту. Вот она, карту глубин. Теперь у меня есть техника. Сейчас пойду по карте. По своим летним местам. Пойду на свалы, на луды, проверю, что там. Ребят, ну вот перебрался на точку, просверлился. Вот такой вот неплохой окунь мне попался. Первый. Посмотрим, что будет дальше. Слушайте, ну интересно. Чем я вначале раздразнил его, Валя, поиграл так активно. Последовала поклевка. Ну вот, ребятки, еще кого-то подтягиваю. Ну вот еще, смотрите, еще красавчик. Оп-оп, не запутай мне леску. Такой вот хорошенький. Походу, я нашел окуня. Вот смотрите, ребят. Ну это зачет. Причем, ребят, берет на паузе. Подбодришь его немножко блесной. Остановишь. Берет на паузе. Но берет так вяленько-вяленько.
Пробую поиграть с глубиной. Ребят, чувствую, как кто-то подбивает мне блесну снизу. Такие тычочки, тык-тык. Ребятки, кто тыкает. Еще один. Этот уже поменьше. Ребята, вам видно карту? Сейчас пробью еще одну точку. Хочу пойти вот сюда. Вот сюда вот. Интересное место. А потом уже соберусь в сторону дома. Ну что, Ксюха, погнали. Ксюха, это моя мотособака КС Мото. Место, новый опарыш. Ребята, у меня вот такой дозатор. Очень удобно. Вот так, раз. Вытряхнули одного. Вот такая вот штука. Подсадим опарыша на крючок. Ну, попробуем. Ребят, ну вот на этой точке, куда я пришел, я поймал тут пару, ну, маленьких окуньков жерличного размера. Поэтому показывать особо нечего. Ну что я могу сказать, ребят, сегодня получился довольно-таки насыщенный день. Мы посмотрели, что попало в сетки, сняли рыбу с жерлиц, погоняли чутка по озеру. Я нащупал место с более-менее приличным окунем. Надо будет обработать его в следующий раз как следует. На этом с вами прощаюсь. Смотрите мои видео, ставьте лайки. Всем пока. Хорошего настроения и удачи на крючке.